Ну что, здравствуйте, друзья. Еще раз здрасте, вас приветствует Макс Пейн и приветствует Казуку Фэмили. Мы продолжаем проходить Макса Пейна первого с модом Reshade. Игра преобразилась по сравнению с оригиналом. Сейчас я налью себе водички для холодненькой. Так. Что я хотел сказать? Мы продолжим проходить. И я хочу подключить доп. Наушники. Как бы объяснить? На всякий случай. Вот. Это если я случайно включу какие-нибудь сторонние звуки. Но их не должно быть, но... Так. Лишь бы наушники не упали нахер. Так, сейчас. Это всегда красный или синий. Бабах, мазафака. Прикольно, в кино это всегда красный или синий. Забавный диалог. Че, нам сюда, что ли? А, там закрыто было. Стоп. Чё, вниз, что ли? Какого чёрта вы тут делаете, а? Они же бомбят нас! Что вы делаете? Вы ничего не делаете! Это же война, это чертова война! Остолопы! А чё внизу? А-а-а, обход! Ладно. Не гоните. Вот уж кого мне до смерти хотелось найти. Пейн! Ублюдок чертов! Я с самого начала чуял, что ты полиции задницу лижешь! Ты что тут о себе думаешь? Ты мусор поганый! Думал, ты придешь сюда, размахивай своей пушкой! Господи! Ты меня подстрелил! Чего уставились, идиот? Убейте его живо! С удовольствием, босс! Гуньити подтвердил. Я был для них чем-то вроде неуловимого мстителя. На столе Гуньити лежало измятое письмо. Письмо было адресовано Пунчинелло, но у Винни так и не хватило духу закончить его. Джек свихнулся. Недавно он пристрелил Дина, потому что хотел посмотреть, как его мозги размажутся по стенке. Он окончательно свихнулся, а у нас скоро закончатся люди и заглохнет бизнес. Гуньити до смерти боялся своего босса. Джек Люпино был безумцем. А, это не эти, ну да ладно. Винни Гуньити бежал.
Впрочем, с пулей в животе, из которой кровь лилась, как кетчуп из разбитой бутылки, далеко он убежать не мог. Он знал, где его босс. А я хотел покончить с Люпино раз и навсегда. Гуньити двигался быстро. Не знаю, как насчет ангелов, но у людей крылья вырастают от страха. А мы туда вообще пошли? Или нет? Да блин! Неужели не сюда, а? А куда тогда? Чего? Отправился на прогулку, и мне оставалось только последовать за ним. Ждем. Это была уже вторая поездка на поезде за ночь. Судя по началу, она вряд ли могла быть приятнее первой. Ледяной ветер впивался в мое лицо лезвием бритвы, а где-то на заднем плане выли сирены. Город охотился за мной. Нью-Йорк несся мне навстречу. Водонапорные башни на крышах домов, мертвый лес антенн и каминных труб – все. Когда поезд Гуньити замедлил ход, он решился.
спускается по лестнице. Пристрелите эту ублюдка! Окей, босс, не беспокойтесь. Без проблем. Будет сделано. Погнали, чё. Как подняться? Твою мать, а как подняться? Чё за... Чё за прикол? Подожди. Куда там? Смысл не сюда. Подожди-ка, а как? Как тележку поднять сюда? Подожди. Да бляха-муха. Так, а тут можно? О, пистолеты, снайперское ружье. Да подожди, перемещение это имеется в виду.
Тогда... Подожди. О! Стоп, а как нам тогда подняться? Блять. И чё? А дальше чё? Назад, что ли, возвращаться или что? Что за прикол? Бля. А что делать-то, а? Это не туда. Бля. Бляха-муха, подожди-ка. Сейчас, ребят, подождите, я реально застрял. Чё за прикол? Сейчас. Так. Так, сейчас посмотрю. Так. Уже почти это место нашел. Так. Непростое место. Так. Секундочку. Так. Чего? Подожди-ка. Ну, а лифта поднять нельзя. И что нам делать? Серьезно? Вот я тупой, а. Там еле заметная кнопочка была. Ёб твою мать. Да. Серьезно, пока заметишь, блядь. Охереть. Пристрели!
так ждала, что ли? Валькирия. Почти настигли его. Как только он будет арестован, вы получите от нас полный отчет. А сейчас извините, мэм, но у меня много дел. Это был старший инспектор Джим Бравура. На этот раз увидел комментарий. Бравура явно переедает. А так он парень неплохой. Это судьба поставила нас по разные стороны баррикад. Но когда речь шла о том, чтобы поймать меня, у него явно ничего не выходило. Пока. Так. Пока. Чего? Он идет сюда. Я его слышу. Готовы? Берите дверь на прицел. И могут ломиться сюда в любой момент. Он убийца, поняли? Либо он, либо мы. Я хочу нашпиговать этого подонка свинцом так, чтобы его потом подъемным краном в гроб укладывали. И ладно. Открой, мать твою! Окончательно выдохся в тупике. Там, где из канализационных люков валил пар с такой силой, что казалось, будто внизу под нами находится сама преисподняя. Где Люпина? Отвори! Плохое начало, Гильни. Применение силы при аресте! У меня это неплохо получается. Ты не можешь меня просто так покалечить! Ну-ну, успокаивай себя сколько хочешь. Послушай-ка, Золотс, я не собираюсь быть мальчиком для битья. Я хочу знать, где прячется твой босс. Я не просил ни о чем подобном. Беда сама нашла меня и окутала черной тучей. Добрых и справедливых в этом городе было не больше, чем золотого песка на личном... Я не был героем.
Нас было трое. Я, пистолет и он. Из всех вариантов у меня оставался только один. Скажу, только не делай мне больно, не надо! Люпина в ночном клубе. В клубе Рагнарек. Заведи на меня дело. Арестуй. Посади за решетку. Только не делай мне больно! Твои права зачитаю тебе на похоронах. Такс. Рагнарек был личной собственностью Люпина. Наркопритон, устроенный в здании старого театра. Я знал, что меня ждет внутри. Свихнувшиеся наркоманы, готовые на все в припадке бессмысленной ярости. А также отряд головорезов Люпину. Рагнарек был более приятен, чем головная боль, пульсирующая от автоматных очередей. Фасад клуба был оформлен в готическом стиле. Намек был таким же туманным и неопределенным. Намек был таким же туманным и неопределенным, как пуля в сердце. Яблочко от яблони недалеко падает. Во всем здесь чувствовался Джак Люпино. Ага. Эта книга никогда не попадала в бестселлеры. Судя по обстановке, вряд ли кто-нибудь здесь проводил время за чтением. Книжка называлась «Время смерти и вьюг». В аннотации на обложке упоминались скандинавские мифы о Рагнарёке, войне, которая приведет к концу света, и о страшной зиме, которая скует льдом весь мир. Несложно представить, как кто-нибудь с неуравновешенной психикой вбил себе в голову, что близится конец света. Я начал понимать, что представляют из себя клуб и его владелец. Жестко, жестко. Типа книг на оккультные темы. Комната была забита легким чтивом. С ними соседствовали старинные фолианты, вроде «Молот и ведьм» и «О новых вратах в царство тьмы». Книги с пентаграммами на обложках на оккультные и инфернальные темы соседствовали с фильмами ужасов и досками для ролевых игр на ту же тему. Единственное, о чем я мог думать серьезно в этой комнате игрушек, было то, что Люпина воспринимает это очень серьезно. Так. Ребятушки, секунду.
быстро. Ребят, извиняюсь, что немножко отлучился. Кайфуем дальше. Так. Или куда? Да я бороться так. Стоп.
Это рок, детка. Рок-н-ролл. Так. Что за? Что за придурки? Стоп. Ага. Надо было два рычага, что ли, открыть. Ждем, ждем, пока загрузится, ждем. Проход за кулисами вел в святая святых Люпина. В лицо мне сразу ударил горячий воздух, пахнущий ладаном, и еще чем-то приторно-сладким и вызывающим тошноту. Это был... Проход за кулисами вел в святая святых Люпина. В лицо мне сразу ударил горячий воздух, пахнущий ладаном, и еще чем-то приторно-сладким и вызывающим тошноту. На диване валялись обрывки письма. Пунчинелло угрожал Люпина письменно. Повсюду на бумаге были кровавые отпечатки пальцев. Мне неприятно думать, что один из моих мальчиков начал подтасовывать карты. Соберись, Джеки, мы тут делом занимаемся. И мне бы не хотелось присылать к тебе трио. Очевидно было, что Люпина угрозы не испугала. Да. Стол был покрыт заметками Люпина. Джек Люпино был самым настоящим сумасшедшим. Стол был испещрен мистическими надписями, сделанными кровью. Имена демонов и темных богов были перечислены без всякого порядка. Вельзевул, Асмодей, Бафомет, Люцифер, Локи, Ктулху, Лилит, Гела. Крови хватит на всех. Люпино увлекся старыми игрушками а-ля Фауст. Душу в обмен на могущество и удачу. Распишитесь кровью там, где галочка. Так. На алтаре лежал дневник Люпина. Нет, он определенно сошел с ума. Волки из старых легенд на свободе и готовы сожрать солнце и луну. Люпина тоже волк. Да, я чудовище. Я огромный Фенрир. Я вестник апокалипсиса, несущий плоть падших ангелов. После истории с Миллениумом идея конца света стала банальностью. Но кто я такой, чтобы рассуждать об этом? Жалкий мститель-неудачник, осмелившийся выступить против целой империи зла. Все в этом мире субъективно. И конец света у каждого свой. Если он придет к тебе, то он не покажется тебе банальным. Так. А дальше куда?
плоть. Падших ангелов призываю вас. Астарот, Вельзевул, Асмодей, Бафомет, Люцифер, Лодь, Сатана, Ктулху, Лилит, Гела. Я проливаю кровь на ваш алтарь. О, тайны, живущие за гранью реальности. Я видел их. Видел гниющую плоть. Конца времен. Он наступил на воду на ее стороне. Мне не нужны слова. Я выше слов. Подозревал, что здесь что-то не так. Но того, что здесь не так, хватило бы на Эверест и все Гималаи в придачу. Люпина был накачан наркотиками. Он вполне мог бы выдержать 15 раундов с аллигатором-мутантом. А затем он снова начал свой бред. Это были слова из страшного сна. Моего сна. Я вкусил плоти падших ангелов. Я вкусил зеленой крови дьявола. Она струится в моих жилах. Я видел этот мир насквозь. Я проник в него до мозга костей. Смерть грядет. Она грядет. Я следую за ней. Это закат времен. Я готов стать ее сыном. Ее время пришло. Все, кто стоит на ее пути, умрут. Вы все умрете сейчас! Вы все умрете! Я мог! Стрелять, чтобы он вдруг не ожил снова. Вальтерин превратил его в зомби, в чудовище из иного мира. Думаю, он уже мертв. Ага. Но так или иначе, это не тот, кто тебе нужен. В комнату вошла эта женщина Вамп. Дуло ее пистолета смотрело мне в лицо. Ждем.
Лиза Пунчинелло, так звали жену крестного отца. Мона Сак, мы с ней близнецы. Послушай, сестрица, это ведь опасно. Ты можешь поранить кого-нибудь этой штуковиной. Лиза истеричная девица, а я профессионал. Я прикончу тебя и глазом не моргну. Отлично. Мои рекомендации ты уже видела. Джек ничего не мог тебе сделать в этом состоянии. Мы с тобой охотимся за одним мешком дерьма. Пунчинелло убил твоего приятеля и подставил тебя. Ты это точно знаешь? У меня свои источники информации. Кто тебе заказал главного злодея? Никто. Ненавижу этого садиста, который издевается над женой. Почему бы нам не объединить усилия? Я уж думал, ты никогда этого не скажешь. У меня уже палец на курке зачесался. Как тебе сделать виски? Со мной легко договориться. Да ты просто ангел, Макс. Напиток был неплох. У него был сладковатый медовый привкус. Ничего личного. Просто я не могу допустить, чтобы в очередном припадке ярости ты пристрелил Лизу. Сон был все время один и тот же. Тени, мечущиеся в темноте, безумный смех киллера, как намек на что-то ужасное. Где-то плачет ребенок. О, сейчас будет очень непростая миссия, ё-моё. Я помню эту наркотическую хрень. Макс, пожалуйста, не надо. За что? Я не хотела. Прости меня, Макс. Кошмарики. Куда топать-то? Когда ты там спать улегся рядом с Любина, шутник. Фотографии старых добрых времен. Обожаю мультики. А про капитана бейсбольную биту, мои любимые. Подожди-ка. А, тут тупик. Вот же дерьмо. Да. Так.
Чё, блядь? Серьёзно? Твою мать. А про капитана бейсбольную биту, мои любимые. Блять, какого хрена? А как тогда? Тихо. Так. Это вообще легкая наркомания. Серьезно? О, наконец-то, блядь. В смысле? Их можно резать хоть кубиками, решетить пулями, взрывать, испарять, дезинтегрировать, они все равно. Через 5 минут как... На столе лежал ежедневник Мишель. Мишель работала на полставки в офисе прокурора. Лишь был раскрыт на сегодняшней дате и исписан ее аккуратненько. Вчера ко мне на стол попала какая-то военная папка. Вальгала? Это вроде бы из скандинавских мифов. Что-то там с викингами. Я хотела рассказать Максу, но он был занят, хмурился. Думаю, ничего важного, почти перепутали адреса. Теперь я бы всегда выслушивал ее. Глупая, слишком мало и слишком поздно. Так, а дальше чё? Подожди-ка. Макс, пожалуйста, не надо. За что? Я не хотела. Прости меня, Макс. Ну, это глюки у него. Убийца, ты убил ее. В жизни так не бывает. Я очнулся от этого кошмара. Голова раскалывалась, как в тисках. Макс Пейн, я тебе завидую, честное слово. А киллер рядом улыбался. Меня зовут Фрэнки Ниагара. Или бейсбольная бита, это уж как хочешь. Ниагара, это потому, что ты любишь слезы лить. Он держал бейсбольную биту, а я был привязан к стулу. Чувство юмора – прекрасная вещь. Возьмем хоть меня. Обожаю мультики, представляешь?
когда в мультиках дерутся, вот это да! Давай-ка передохнем немного. Я бы выпил чего-нибудь холодненького, если не возражаешь. Ты не беспокойся, я скоро вернусь, и мы закончим разговор. Ну, а потом распрощаемся. Мы еще побеседуем, ублюдок. Он, не торопясь, вышел из комнаты, и дверь за ним захлопнулась. Все мы делаем ошибки. Моя ошибка была не в том, что я смеялся над этим бейсболистом. Он избил бы меня в любом случае. Ошибка была даже не в том, что я доверился этой красотке с пистолетом. Я, как идиот, начал охотиться за первым плохим парнем из своего списка, а нужно было сразу метить выше, в голову семьи Пунчинелло. Я не мог заставить себя убить Мону. Похоже, у меня слабость к симпатичным девушкам. Но когда твоей головой решают поиграть в бейсбол, тебя так и тянет рассердиться. Они перетащили меня обратно в подвал гостиницы «Люпина». Я был избит, весь в синяках и кровопотеках. Я чувствовал себя немногим лучше стула, который только что сломал. Все, что... Все, что у меня было, это бита Фрэнка, липкая от моей собственной крови. Очередное доказательство того, что я почему-то не нравлюсь Пунчинелло. Так, а почему у меня этот не работает? Подожди-ка. Или уже работает? Так. В какую сторону нам топать? Ага, это ихний склад. Заголовок, кричащий об убийстве. Рядом с канализационным коллектором, забитым трупами, Фрэнки оставили свою визитную карточку. С капитаном бейсбольной битой лучше не связываться. Даже велосипедистка, мой злейший враг, как увидит меня, сразу в обморок падает. Ага. Там было столько трупов, что любому потрошителю стало бы не по себе. Мясная лавка. Приезжайте к вечеру.
положение быстро менялось от плохого к худшему. Люди в форме пришли и ушли. Они разрисовали гостиницу мелом и обвязали желтой ленточкой, как подарок на день рождения. Охранники, которые стояли снаружи, были мертвы. В гостинице остались только Фрэнки, его люди и я. Ха. Забудь об этом, понял? Забудь и все. Забудь! Была умная кошка. Ты бы слышал, как она орала, когда ребята ее схватили. Пыталась прикончить Донок, прикинь! Да, вот что. Витрило! Это еще похуже того, чем Фрэнки занимается с тем бедолагой внизу. Да, умирать ей придется долго. Они говорили о Моне. Трио Пунчинелло не предвещало ничего хорошего. Вот он где! Очередное доказательство того, что я почему-то не нравлюсь Пунчинелло. Примечательно, что все опознанные на данный момент жертвы перестрелки в клубе «Рагнарек» являются преступниками. У многих в крови были обнаружены большие дозы валькирина. Из компетентных источников стало известно, что среди убитых находится и Макс Пейн, хотя его тело пока не найдено. Значит, кто-то думал, что я в руках мафии и не хотел, чтобы полиция продолжала расследование. Им предъявят изуродованный труп, и дело будет закрыто. Этим источником вполне мог оказаться Дон Пунчинелло, власти бы у него хватило. Но его сведения уже явно устарели. Сделать меня преступником было мало. Пунчинелло хотел моей смерти, причем достаточно сильно, чтобы снабдить Фрэнки специальной инструкцией по этому поводу. Макс Пейн устроил нам массу неприятностей. Я хочу, чтобы он умер как собака. Я знаю, что ты отнесешься к заданию с должным рвением. Ха. Эй, ты! Ха. Журнальчики читал. В баре отеля было тихо, но Фрэнки был там, как и обещал. Черт, как ты умудрился выпутаться? Ждать надоело. Решил, что мы вполне можем поговорить и здесь. Черный Мерседес. Эту машину я уже видел. В прошлый раз при ее появлении начался большой фейерверк. Владимир вернулся. Пиф-паф! Ты убит, Макс Пейн? Я мог бы засмеяться, если бы помнил, как это делается. Во что играем? В казаки-разбойники? Если вам что-то от меня надо, говорите прямо. Спокойно, Макс. Папси, ты знаешь, что все новости только и говорят о тебе. Вооружен и очень опасен. Я собираюсь сделать тщательно заманчивое предложение. Обвинение было подстроено. Я не убийца. Это спорный вопрос. Так или иначе, что бы ты ни делал, у тебя были на то причины, да? Выслушаешь меня? Слушаю. Ждем.
То, что Пунчинелло занялся Валькирином, мне здорово мешает. Но это еще не все. У меня был приятель, Борис Дайм. Он выполнял кое-какие поручения. Он капитан грузового корабля «Харон». Недавно он переметнулся на сторону Пунчинелло. Корабль полон компьютеров, оружия, моего товара. Если Пунчинелло его получит, он выиграл, а я проиграл. А ты вообще пролетишь мимо денег. Если хочешь добраться до Пунчинелло, тебе нужны веские доводы. И я могу тебе с ними помочь. Верни мне корабль. Можешь мимоходом пустить пару пуль Дайму в голову, я не возражаю. Оружия там хватит, чтобы устроить конец света. Ну как, берешься? Такой сценарий грех не разыграть. Владимир был из мафиози старой закалки со своим кодексом чести. Это делало его чуть ли не хорошим парнем. Не святым, конечно, но святой. На берегу реки в Бруклине выстроился лабиринт ржавых контейнеров. Такой ночью не можешь не думать о мертвецах, спящих на дне в аккуратных бетонных ботинках. В этом лабиринте не прятался Минотавр, но где-то впереди, на гремящей палубе старого грузовика, меня поджидал шкипер Харона, неумолимый, как старый паромщик у берегов Стикса. Подожди. Что за дерьмо? А куда топать? Стоп. В смысле, блядь? Thank you.
Я почему-то сомневался, что это счет из химчистки. Рико Муэрто появился в городе явно не только для того, чтобы уладить неприятности клана. Об этом говорили вещественные доказательства номер 1, 2 и 3. Дипломат с деньгами, снайперская винтовка и конверт с одним единственным словом на листке дорогой бумаги. Мэр. Это не было похоже на заказ о мафии. Слишком уж холодно и слишком кратко. Я так понимаю, что нужно сейчас пользоваться снайперкой, да? Так, это пароль. Окей, допустим. Паром. И... Что делать? Дало. Тире. Так. И что дальше? Что это? Ah!
валим. Нафиг я сюда запрыгнул, нахер. Блин, тут же ничего не было, ё-моё. А я запрыгнул. В надежде на что-то. Болеть, что ли? Держи его! Я нашел корабль Дайма. И что дальше? Ржавчина давно облепила корпус грузового парохода. Борис Дайм явно был на борту. Мне предстояло убрать половину всей команды, чтобы хотя бы подойти к нему. Оружие явно было в трюме, среди крыс и воды с масляными разводами. Так.
Анджело Пунчинелло. Анжи, слушай, а сколько ты заплатил Дайму, а? Держу пари, что больше 10 центов. Макс Пейн? Угадал на этот раз. Ты мертвец, приятель. Ты уверен, что ты меня с Даймом не перепутал? Но ты прав, мы скоро встретимся и поболтаем. Ты... Избавиться от Пунчинелло было непросто. Но когда люди выходят из себя, они начинают совершать ошибки. И к этому хотел подвести Пунчинелло, чтобы тот сам нашел себе могилу. Хм, интересно. Так, подожди-ка, а куда нам... топать. Вопрос. Иначе плюнет мне в лицо. Это Владимир. Можешь забрать любое оружие и броню, какие хочешь. Встречаемся на мосту. Ты все получил? Проверьте. Я перед тобой в долгу, если что-нибудь нужно. Это сольный номер. Когда я закончу, Пунчинелло больше никому не доставит проблем. Ясно, как пол-литра. Но если окажешься между молотом и наковальней, свистни. Это может быть началом прекрасной дружбы. Тебе явно нравится вся эта история, так? Ага. Это мне все говорят. У меня тут твой корабль. Хочу встретиться. Не Пейна, не корабля. Усёк? Ты знаешь, где мой ресторан? Знаю. Через час. Ресторан Пунчинелло знавал лучшие дни. Пейн, ты мертвец. Это мне все говорят. У меня тут твой корабль. Хочу встретиться. Нет Пейна, нет корабля. Усёк? Ты знаешь, где мой ресторан? Знаю. Через час. Ресторанчина знавал лучшие дни. Снег валил большими хлопьями, как сажа после конца света. Но это было там, за окном. В ресторане предстояла жаркая работа. Я знал, что сам Пунчинелло вряд ли появится в ресторане, но надеяться никогда не вредно. Ага. Оу.
меня. Это чувство было взаимным. Он только подливал масло в мой костер. Они сторожили настоящее сокровище, выход из этой адской дискотеки. Вот он где! Мерседеса был почти не слышен в диком вое сирен. Ну где ты? Мы высадим тебя у усадьбы Пунчинелло. Звучит неплохо. Когда это все закончится, свяжись со мной. Такие, как ты, мне нужны. Я учту. Хм. Окей. Ночь стонала от холода. Фонари в саду нервно перемигивались. Хлопья снега, попадая в их свет, становились на мгновение мертвенно-бледными, а затем снова уносились во тьму. Я слышал немало страшных историй про трио. Если бы хозяин им позволил, они бы насаживали головы врагов на столбы ворот. Пунчинелло нужен Пейн, и он его получит. Главный секрет заключался в том, что секрета не было, что бы там ни говорили в кино. Не было ни правил, ни тайного заклинания, карты и той не было. Дело было не в том, насколько ты крут. Это чистая лотерея, а любой, кто думает иначе, просто осел. Все, что тебе остается в этой ситуации, это трепыхаться как можешь, пока можешь. Кто-то заботливо оставил дверь открытой и даже убрал охрану. Я бы поставил на Мону. Я знал, что между мной и Пунчинелло встанет трио. Я читал их дела, толстые, как телефонные справочники. Никто не должен был уйти отсюда живым. Пронизывающий ночной холод последовал за мной. Где-то наверху был актер. Где-то наверху было трио, актеры, танцующие под равномерное биение собственных сердец с губами красными от крови жертв. Винс Муньяджо, Пилат Провиденс, он же Большой Брат, и Джо Салин, он же Каменюка. Пистолет примерз к моей руке, боль пронизывала ее до мозга костей. После смерти его перевели в почтальоны. Кто-то не оценил здешнее гостеприимство, кто-то с пристрастием к драматическим эффектам, кто-то самостоятельно выбрался из запертой камеры и проскользнул мимо вооруженных охранников. Я снова думал о Моне. Оставалось надеяться, что Мона достаточно опытна, чтобы бросить игру, пока она в выигрыше. Да. Кто
кто-нибудь, скажите ребятам сверху. Я встретился быстро. Лиза Пунчинелло была немного ведьмой. Карты Таро на кухне только подтверждали это. Вряд ли гадали на меня, но я остановился взглянуть на карты, выложенные миссис Пунчинелло. На первой карте была изображена башня. Может быть, это был особняк? С остальными было легче. Дьяволом был хозяин дома, а смерть — это я, и я шел к нему. Сейчас я, ребят, проверю время. Так. А это, короче, получается сколько? 70, 80, 90. Ну да. Давайте, наверное, вот на этом закончим. Вот. Всем спасибо за внимание. Увидимся здесь же, отсюда. Всем до новых встреч. А с вами был Казуку Фэмили. Всем пока-пока.